Прямо к нам в студию и Лайма Вайкуле, которая тоже очень хочет вас поздравить с днем рождения. Лайма, вам слово. Хочется, Ирочка, тебя потрогать, поздравить. Но у меня гипс. И, как понимаешь, никак не могу присоединиться. Я хочу тебя поздравить. Быть любимицей всей страны, быть известной всему миру и при этом не... быть заносчивой, не быть вредной, быть гостеприимной, быть любвеобильной, что ли. Вот как это получается? Вот это очень большой, ну, очень большой такой твой плюс, который люблю я. Поэтому я хочу поцеловать, поздравить. Мне жаль, что я не могу быть рядом. Не судьба, я буду потом. Но от вас есть букет, Лайма. От вас есть букет, и я его с вашего разрешения тоже вручаю. У меня такая миссия сегодня прекрасная.